Получил письмо. В чем дело? Возможно, с Робеспьером мы перестарались. В смысле? Он арестован. Что? Он стал говорить о борьбе с врагами государства, и комитет ополчился на него. Его везут в люксембургскую тюрьму. Казнь назначена уже раньше. Нам надо успеть раньше. Робеспьера на гильотину! Что за черт? Это были гвардейцы. Эскорт Робеспьера. Черт, если он ушел! Не будем паниковать. Может, удастся? Не будем паниковать. Может, удастся понять, что случилось. Нам надо выяснить, куда он делся. Он нам нужен. Лиза, что случилось? Была засада. На нас напали солдаты парижской коммуны. Пытались вызволить пленников. Робеспьера увели? Не знаю. Я отстал, но видел, что они ушли туда. Спасибо. Тебе бы ко врачу. Если его не освободили, скорее всего, он уже в тюрьме. А если нет, значит, они поблизости. Ведь сейчас половина города ненавидит Робеспьера. Я в тюрьму. А ты постарайся выследить нападавших. Ага. Ha!
Содержитесь, гражданин! Что-то больно надо? Бог тебе дал! Слава богу, вы целы! Вся коммуна за вас! Спасибо, сержант. Благодарю вас за преданность. Идите внутрь. Скоро прибудут войска конвента. Конечно. Полностью вверяю себя вам. Да будет известно, что парижская коммуна, став на сторону преступного Робеспьера, тем открыто начала мятеж против народа. Отрядом в подчинении конвента приказано немедленно арестовать изменника Робеспьера и его сторонников. Гражданам временно рекомендуется не выходить из своих домов. Также это будет известно, что граждане Робеспьер, Анрио и их союзники объявлены вне закона. Любого, кто окажет помощь, так же, как и их самих, будет ждать гильотина. Я выбью из твоей башки остатки мозгов! Быстрее! Думал, бежишь к нам? Может, нет, пёс. Маркем, в другой стороне. Я тебя сразу прибью. Отрежьте ему путь! Гля, наш гражданин! А ну стой! И что это?
нас решишь. Я тебе урок препод... Андриос может их сдерживать. Увижу войска конвента, сбегу.
Кажется, Робеспьера нас всех убьет. Тебя, мразь! Ugh.
надо было лезть. Попал. Есть. Следующий. Нация не скорбит о таких, как ты, скотина. Братец, успокойся, я на твоей стороне. Je n'ai rien fait de mal.
Глянь, Жан-Батист Ротондо сбежал из тюрьмы. Слышал о нем? Он много чего знает об ассасинах. Должно быть, попытается поделиться этим с тамплиерами. Хорошо. Ты мог бы заниматься куда более опасными вещами. Что-то случилось? Что ты делаешь? Ты ее нос! Усердным дураком меньше. Thank you.
Huh?
ждет, нам конец. И стрелять не придется. Черту! Сколько можно ждать Жермена? Черт! Жермена вас предупреждал. Вы один из них, да? Ассасин? Уже нет. Где Жермен? Элиза? Времени мало. Где Жермен? Я ни за что не скажу. Пишите. Ну, конечно. Наслаждайтесь правосудием революции. Сядь!